Нет, погоди-ка, дылда. Я все-таки хочу сначала послушать, что же это за лазейка вот такая. Излагай. Это древний путь, отсюда к нему не выйти. А откуда? Дай мне собрать вещи, я покажу. Да нет у тебя вещей. И куда это ты пошел с маской? Брок! Это маска парня. Он ее заслужил. А у тебя из заслуг только сносная похлебка. Брок, все нормально. Ненормально. Неправильно это. Что-то тут одно с другим вообще не сходится. Скажем, с чего это вдруг он назвал тебя Локи, а? Ты знаешь, его зовут не так. Эй, я с тобой говорю! Когда-нибудь заткнешься! Вот прицепился. Один. Отпусти его и сразись со мной! Скажи брату, чтобы кинул мне маску, тогда отпущу. Стой на месте. Если он умрет... Тише. Я так не задумывал. Но если умрет, за Хеймдаля мы в расчете. Хотя обмен неравноценный. Я тебя убью. Думай об этом. Угу. Так приятно снова тебя видеть. Рэ, сюда! Везде сразу не поспеешь, фрик. Эй, я стою и ты стой. Не то еще пожалеешь. Я жалею много, но твоя смерть меня не опечалит. Отпусти сына! Здесь командую я! Брось мне маску! Живо! Ай, сынок, все-таки быть в войне. Пожалуйста, спаси его. Ты должна... Не вздумай. Не смей. А если вернусь к озеру? Хватит. Я знаю, что ты сделал. Я прощаю. Только перестань. Просто смирись. Брок. Это время? Ну? Что нам теперь делать? Теперь мы убьем Одина и всех, кто встанет на пути. Патрей. Идем. Что? Куда? Это не важно. Ты уходишь? С нас хватит. Можешь взять и уйти, Кратос. Мы должны остановить Одина. Ты нам нужен здесь.